чревей крови ниже, выше, голова чуть активнее, очень красивые глаза, поднимаешь, опускаешь, голову чуть выше, чуть ниже опускаешь, и легкое лицо, легкое, красивые взлетывают брови, падают брови, чуть легкое улыбка, легкое лицо. Это песня главная из моего альбома. Написал американский композитор Джад Фридман. Я отослал своих демозаписи, и он заинтересовался и предложил сотрудничество. И предложил как раз несколько песен. И одна из этих песен как раз «Тюрьма». И на эту песню мы делаем сегодня. Раз, вот это два. Пространство было. Да. Просто в одном. Как будто крутится вокруг. Да, чтобы со всех сторон было. Мы знакомы с Гелой уже давно. Несколько лет назад он нашел меня и обратился с просьбой снять дебютный клип. И я с радостью согласилась. Во-первых, Гела понравился мне очень, как артист и вокалист. Все песни в его исполнении звучат особенно, невероятно мелодично и оригинально. И еще он очень приятный в общении человек. Крайне вежливый, деликатный, редкой породы интеллигентных и сосредоточенных на своей миссии людей. Сейчас видно? Да, с 5-летнего возраста я пою. Я всю жизнь пел, и я думаю, что пока я жив, я всегда буду это делать, потому что я не представляю свою жизнь без пения и без песни. Работать с Гелой легко и приятно. Он невероятно работоспособный и послушный артист, что большая редкость, особенно для дебютантов, которым всегда нетерпеливо хочется всего и сразу. Это не про Гелу. Он точно знает, чего хочет и как это сделать. Его музыкальный материал превосходен. Слушать и работать с его песнями – огромное удовольствие. Я переехал в Москву в 2003 году, 10 лет прожил. Не так легко было пробиться. 10 лет я, можно сказать, что мучился, но эти двери открылись благодаря Первому каналу, благодаря проекту «Голос». Я оказался на этом проекте, и моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Гела, развернись, пожалуйста, вот к источнику света. Так как у меня хорошая интуиция, думаю, что клип будет очень красивым, потому что Ирина работает. Я доверяю ей. Я думаю, что клип будет космическим. Дебютный клип – это новая важная отправная точка для любого артиста. Особенно для такого перфекциониста, как Гела. Так что мы работали над клипом долго. Несколько месяцев длился подготовительный период. Мы придумывали, кадрировали, готовили, потом снимали и затем монтировали и рисовали еще пару месяцев большой творческой командой. То, что сейчас происходит, это сказка в хорошем смысле, потому что я... Я забираю тебя в эту сказку прямо сейчас. Пошли. Спасибо. Вы можете работать. Все вопросы потом.